Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым випуску. Подвиг негаснучай слави. У день танкіста удзельнікі воєнных вучэнняў «Захад» 2017 усклалі кветкі да мемарыялу «Багратіён». «Маёй краіне» эстафету абласной грамадска-патрыятычнай акцыі на мінулых выхадных прыняў Рагачоў. Тёпла і сонечна. У рэгіёне на гэтым тыдні захаваецца добрае надвор'е. А зараз аб гэтым іншым больш падрабязна. Развіццё беларуска-індыйскіх адносінаў і супрацоўніцтва ў фармаце еўразійскай інтэграцыі. Галоўныя палітычныя навіны ў гэтыя дні будуць прыходзіць з Нью-Дэлі. Сёння распачаўся афіцыйны візіт прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі ў Індыю. Запланавана вялікая перамоўная праграма і шэраг афіцыйных сустрэч, у тым ліку на вышэйшым узроўні. Адначасова з візітам прэзідэнта ў Нью-Дэлі адбудзецца індыйска-беларускі бізнес-форум, на якім пройдуць перамовы паміж прадстаўнікамі дзелавых кол. Да іншых тэм выпуску. Напередадні ў Беларусі адзначылі дзень танкіста. Свята ўстаноўлена ў 1946 годзе ў азнаменаванні гераізму савецкіх бранятанкавых і механізаваных войскаў у вялікай айчыннай вайне. Мітынгу гонар воінаў-танкістаў, якія аддалі свае жыцці за вялікую перамогу, прайшоў на тэрыторыі мемарыяльнага комплексу «Багратіён» у Светлагорскім раёне. Памятны знак у гонар адной з найбуйнейшых ваенных кампаній Другой сусветнай вайны. Знакавае месца для ўсіх, хто шануе гераічны подзвіг савецкіх воінаў. Але для танкавых войскаў гэта свяшчэнная земля. Менавіта з гэтага кутка Гомельшчыны пачалася беларуская наступальная аперацыя «Багратіён». На гэтых мясцінах былі непрахадзімыя балоты. Цаной многіх жыццяў савецкія пехацінцы змаглі па гацях, абы ісці добра ўмацаваныя пазіцыі вермахта і пачаць наступленне. Я считаю, что мы должны помнить и чтить память тех, кто подарил нам мирное небо, спокойный сон в наших домах и просто позволил наслаждаться моментом. Ведь они сражались и умирали ради того, чтобы у нас все это было. Аддаць даніну павагі воінам і прыняць удзел у мітынгу. Да памятнага знаку «Багратіён» прыехалі байцы 51-й аршанскай гвардзейскай артылерыйскай брыгады і 4-й гвардзейскай кантемірыўскай краснознамёнай танкавай дывізіі. Гэтыя падраздзяленні ў хуткім часе будуць прымаць удзел у вучэннях «Захад-2017». Мітынг памяці – дадатковы стымул для байцоў аддана выконваць ваенны доўг у гонар дзядоў і прадзедаў, якія заваявалі перамогу ў вялікай айчыннай. У многих из нас, кто сейчас ходит в строю и носит погоны, офицерские или солдатские, неважно, у многих воевали прадеды, деды. И каждый из наших солдат знает об этом, что нужно прилагать максимум усилий для того, чтобы стать лучшим в своей специальности, лучшим в профессии, чтобы не подвести ни товарищей, ни себя, ни командиров, и чтобы родителям не было за него стыдно. Ушанаваць памяць воінаў да мемарыяльнага знаку прыехалі і вучні мясцовых сельскіх школ. Пасля мітынгу дзеці разам з ваеннаслужачымі наведалі музейны комплекс. У адноўленых бліндажах праз дакументы, здымкі і ваенныя інсталяцыі перададзена гісторыя адной з самых вядомых ваенных аперацый 20-га стагоддзя. Наталія Капрыленка, Ігар Марышчынка, тэлерадыёкампанія «Гомель», Светлагорскі раён. У наступным годзе ў Беларусі пройдуць выбары дэпутатаў у мясцовыя саветы. Арганізацыйная работа ўжо распачалася. Вялікая ўвага ў перадвыбарнай кампаніі адбудзецца сродкам масавай інфармацыі. Гэтую тэму абмяркоўвалі на выязным пасяджэнні камісіі Гомельскага абласнога савета дэпутатаў на базе газеты «Калінкавіцкія навіны». Падрабязнасці ў корэспандэнтаў тэлеканала «Мазыр». У 2018 годзе ў краіне адбудуцца выбары дэпутатаў мясцовых саветаў. Важнае палітычнае мерапрыемства павінна прайсці не пазней за 20 лютага. Народныя абраннікі прадстаўляюць інтарэсы людзей і працоўных калектываў, якія аддалі за іх свае галасы. Сродкі масавай інфармацыі ўжо ўключыліся ў прадвыбарную кампанію. Менавіта СМІ стануць асноўнай платформы для распаўсюджвання ўсіх неабходных звестак. Газеты, радыё, тэлебачанне будуць апавяшчаць аб храналогіі выбарчага працэсу. З іх дапамогай будзе весціся агітацыйная кампанія. Выязнае паседжанне на тэму «Роля СМІ ў асвятленні пытанняў сацыяльна-эканамічнага развіцця» напярэдадні важнай палітычнай падзеі вырашылі правесці на базе газеты «Калінкавіцкія навіны». Па выніках прафесійнага спаборніцтва гэтае выданне прызнана лепшай раёнкай вобласці. В преддверии политического события, я имею в виду выборы 2018 года в местные советы, очень важно нам оценить работу прессы,
те мероприятия, которые проводятся в плане освещения политических событий нашего региона. Мясцовые СМИ – это посредник помеж уладой и жахарами района. У стагодзе информационных технологий газетам выживать непросто. Прихильника уже вога друкованного слова все меньше. Аудитория поступово перемещается в интернет. Редакция «Калинковицких новин» адекватно реагует на сучасные реалии. У нас создан свой интернет-сайт, и мы развиваем и работаем в этом направлении, потому что перспективы такие. Будет печатное издание, но и электронная версия должна быть обязательно. Задача мясцовых СМИ – ориентоваться на своего читача, прислуховываться до его меркования, улучшить пожадания. Показывать досягнение района и проблемы про житё особо узятого человека. И, вядома, закликать жыхароў района не застаться у боку от такой важной политической подеи, как выборы. Потрымка каждого особного кандидата – это выбор будущего ладу життя громадства. Виктория Синицкая, Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Мазыр». Специально для телерадиокомпании «Гомель». На Гомельщині протягивается областная громадско-патриотичная акция «Моей краине». Черговым городом ее проведения стал Рахачоу. Удел у мероприемствах приняли и наши корреспонденты. Початок о 11-й године раницы, завершение о 21-й године. До проведения акции «Моей краине» у Рахачове подошли не только за всю отказностью. Ее сделали сыправды массовой. Причем и про особливости мясовой культуры так само не забыли. Несколько годов тому одним из первых у Беларуси тут начали вырабатывать ляльки-обереги. Инициатива оказалась настолько запотребованной, что эти ляльки теперь користаются популярностью навод за межами краины. Технология их вырабу наличивая не одно тысячегодие. На здоровье, на счастье. Подклеивается можно внизу бумажечкой, иголочкой, и можно в уголочек положить, и она будет оберегать вас. Рахачовский центр творчества детей и молоди стал инициатором и еще одной идеи. Пано «Моя краина» – выник агульной работы наставников и навученцев. Теперь этот твор займет годное место у экспозиции установы и будет выставляться на разных мероприемствах культурной накированности. Меж тем, Рахачов стал 18-м районным центром, где прошла громадско-патриотичная акция «Моей краине». На одной сцене мясовые выконавцы и представники гомельских коллективов. Неглядящий на протяглый марафон выступления, ожидающих принять у их удел, у якости коли не выконавцев, то глядачов меньше не становилось. Иншая справа, что отрознить выконавцу от глядача инший раз было совсем непросто. Рахачовщина – район, где культурные мероприемства заусёды запотребованные. Пляцовка, где проходили концертные выступления удельников областной акции «Моей краине», не пустовала с 1 мая до вересня. Кожную неделю тут проходили выступления мастацких коллективов. У рамках акции до их додали концертную программу с уделом лауреатов республиканских и международных конкурсов. Причем мероприемство провели не только в самим Рахачове. Спортивные споборництвы организовали на территории агрогородков. Мы этой акцией патриотической объединили нашу молодежь замечательную, наших деток, наших ветеранов, наших жителей всех. Всего города нашего и района. Меж тем, областная громадско-патриотичная акция «Моей краине» протягивается. У наступные выходные она пройдет у Чачерску, Светлогорску и Лоеве. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» з Рагачова. Делегации с 15 городов-побратимов прибудут у Гомель для удела в урочистостях, присвященных 875-й годовине первого летописного вспомину про город над Сожем. Керавництво областного центра проведет урочистый прием замежных делегаций. Чекается, что по часу встречи будет подписаны шерох документов об супрацовництве. Нагадаем, святочные мероприемства с нагоды Дня города пройдут у Гомель 16 вересня. Официальное открытие свята отбудется на площади Ленина. Головные подеи будут разгортываться у центра города, але выставы, презентации и интерактивные пляцовки будут працевать во всех районах. Завершальным аккордом свята станет фейерверк, який будет запущен из 5 кропок города. Амаль летнее тепло протримается у регионе, на жаль, недолго. Хоть и серьезного похолодания, синоптики так само покуль не прогнозуют. Завтра слупок термометра узнимется до плюс 26. Середы температура почне понижаться до плюс 18. Магчимые дожди на вольнице. Далее до конца тыдня заховается устойливое ясное надворье. В ночи чекается до 13-15 градусов тепла, у день до 18-20.
Гэта, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. Далей у эфіры спартыўны агляд, а з навінамі спорту вас пазнаёміць мой калега Міхаіл Садоўскі.